А вот так у нас ребенок играет, веселится. Напишите в комментариях, как ваши дети ведут. Также они бегают в кровати. Естественно, мы пытаемся запрещать это делать, страхуем. Такая сейчас погода, идет дождик, сегодня 8 мая. Сейчас буду закупать продукты для ребенка, пришел в магазин. Пытаюсь какие-нибудь игрушки взять с собой, но что-то мне здесь непонятно. Вот такая игрушка за 239 рублей, божья коровка. Я пришел в магазин для того, чтобы купить игрушку, которую мы должны были взять в самолет, чтобы ребенок развлекался. Ссылка будет в описании о том, как мы летали на Кипр, так что можете посмотреть. Продолжаются дальше папины будни. Ребенок кушать захотел. Говорит, давай. Вчера же ничего не ела. Давай, говорит, сюда сажай меня. Ребеночек ползать стал. Ну что, разучился ходить опять снова? Не то. Рыбки.